раз Петербург принял гостей и участников международного турнира по мини-футболу среди команд из школ-интернатов и детских центров для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки. В этом году география участников расширилась. Командам из Санкт-Петербурга, Северодвинска, Рязанской области, Смоленска, Курганской области, Симферополя, Латвии и Белоруссии присоединились команды из Ленинградской области, Самары, Кемеровской области, а также юные спортсмены из Донецка. Организаторы турнира приготовили для детей насыщенную спортивную и культурную программы. В первый день состоялась торжественная церемония открытия турнира. Выступил президент спортивного клуба «Виктория Питер» Валерий Калугин, член правительства Санкт-Петербурга Евгений Никольский, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и многие другие почетные гости и организаторы турнира. Дорогие друзья, разрешите оргкомитета, я лично приветствую в Санкт-Петербурге участников, организаторов и друзей турнира. Четвертый международный турнир по мини-футболу среди школ-интернатов объявляю открытым. Все, что связано с популяризацией для нашего подрастающего поколения спорта, здорового образа жизни, я обеими руками за. И это даже в Донецкой Народной Республике мы ставим как приоритет. Тем более для наших детей сейчас, которые также попали первый раз на данный турнир, это из интерната «Амросевки». Действительно, очень важно получить новые эмоции, новые впечатления. Я, конечно, был удивлен, что такой большой турнир, много команд из разных регионов, даже из стран СНГ. Вот, и такое количество и гостей, и людей, которые помогают этому турниру. Поэтому, конечно, с радостью откликнулся. Вот, и, в принципе, сразу окунулся в атмосферу. Борьба за первое место началась. Юные футболисты ловко передавали пас и забивали мячи в ворота соперника. Мне понравилась организация. Мне понравилось, что приехало много команд. Надеюсь, в следующем году опять же нас позовут, мы приедем. Команды и также есть и слабые, и сильные, есть с кем посражаться. Все нравится, город хороший. Команды тоже приличные, турнир очень солидный. Ну, все хорошо. Какой-то страх появился, потому что страшно было. То, что проиграешь, там никакого места не займешь. Вот. Ну, когда мы первые, вот, одержали победу 7-1, ну, потом как бы страх исчез. Вечером детей ждала обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Второй день турнира порадовал победами и новыми впечатлениями. Дети с нетерпением ждали поездки на хоккейный матч между командами «СКА» и «Трактор» в Ледовом дворце. Даже что словами нельзя сказать. Арена красивая, команда хорошая, УСКА. Нравилось, как на мониторе всех показывают. Надеялся, что меня тоже покажут. Но когда я узнала об этом от тренера, мне очень понравилось. Я ждала этот день, чтобы пойти на этот хоккей. Мне понравилось. Я болел за номер 17 из команды СКА. Все кричали и радовались. Мы выиграли 3-2. На следующий день дети отправились на экскурсию в главный музей города – Эрмитаж. Удивительные часы павлины, рыцарский зал, тронный зал. Дети и взрослые были в восторге от увиденного. Самым ожидаемым развлечением оказался аквапарк «Питерленд». Улыбки с детских лиц не сходили ни на секунду.
последний день турнира команды, которые вышли в полуфинал и финал, ждала жаркая борьба. Очень здорово играют. Честно говоря, я был приятно удивлен, что мальчишки на таком уровне, все очень хорошие в физической форме и показывают футбол хорошего класса. По итогам турнира третье место заняла команда из Санкт-Петербурга, второе место завоевала команда из Шаталова, и чемпионами турнира стали спортсмены из Донецка. Всем командам вручили награды и памятные призы. Ура! Спасибо, Петербург! Эта поездка удалась просто на славу. Турнир по футболу – это само собой, но из развлечений мне больше всего понравился хоккей, хоккей и аквапарк. Я в первый раз здесь, очень красиво, мне очень понравилось. Я хочу сказать спасибо огромное за гостеприимство, за все эти экскурсии. Дети очень рады, довольны. Соревнования понравились, турнир понравился, город сам нравится. Санкт-Петербург – это мой любимый город. Я мечтаю вырасти и ехать сюда учиться. Но благодаря таким турнирам дети в итоге обретают свои семьи, обретают, они объединяются, они заводят новых друзей, они становятся таким единым целым. Это очень важно, очень нужно. Тут удобное поле, все красиво, обстановка красивая. Хорошие люди, игроки хорошо играют, есть с кем пообщаться. Мы помимо спортивных мероприятий, сколько дети еще увидели за эти дни в Петербурге, в каких условиях они жили, как к ним относятся, искренне относятся. Дети, их не обманешь, они фальшь чувствуют моментально. У этих глаза горят. Да, я сказала, что они уже в их возрасте настоящие мужчины, но вы же видели, как они хлопали шарики. Они дети, они маленькие дети, невероятно шкодные. И то, что им дают возможность при абсолютной дисциплине вот так расслабиться, пойти в тот же аквапарк и вот выплеснуть эти эмоции, и вот вдохнуть эту радость жизни, это, конечно, невероятное чудо. Организаторы этого отличного турнира, спасибо вам большое за то, что вы даете нам шанс открыться. Спасибо. 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 Спасибо.